Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Мы в Кадакане, Япония. На чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов. Посмотрите, что происходит на ковре. Илья Ципурский в финальной схватке добивается удобного атакующего захвата и бросает американца Хабер Корна через спину. Это Вазари. Победная оценка. Невероятно, в 69 лет. Вот оно, спортивное долголетие. И еще одна золотая медаль в копилке прославленного мастера. Меня папа родился в Орехове, мама родилась в Кличеве. Вот. Ну, познакомились они в Москве в институте имени Крупской, в педагогическом институте. Мама училась на историческом факультете, папа учился на литературном. Родился я в Сокольниках, дом, я забыл, как он называется, в доме, родильном доме. И меня привезли на улицу Карла Маркса, дом 20, квартира 67, помню, как сейчас. Кстати, в этом подъезде жил Кузнецов, великий разведчик. Сейчас там висит мемориальная доска о Кузнецове, а Цепурском там мемориальная доска не висит и не будет, наверное, висеть. Но мне приятно, что все-таки этот подъезд отмечен какой-то, так сказать, мемориальной доской. Жизнь не стала долго ждать с испытаниями. Когда Илье исполнилось 6, началась война. Уехали сразу в эвакуацию, отец нас отправил в эвакуацию, ну, не в первые дни там, ну, в первые дни войны это считается. Это был Стерлитамак, по Стерлитаматам где-то в Башкирии, и там, значит, помню вот этот холодный дом, а брату, вообще брат это 10 января 40-го года родился, ему там еще полтора года не натягивалось, в общем, все, как говорится, под себя, все себе, но сидел с братом, помню очень хорошо эти, значит, фикус куда сливал, там какие-то отходы, вот. Каким образом за нами отец приехал, я не знаю, но буквально где-то уже зимой 42-го года он нас вывез обратно в Москву. Почему я это помню? Потому что, когда я вернулся, я сказал, я не пойду больше учиться в школу, и в первый класс не пошел. Я пошел в полных 7 лет, когда мне было 26 августа, когда мне было 7 лет и 4 дня. Вот тогда я пошел в школу, то есть я опоздал. Я вообще-то неправильно это был, но так получилось, что вот с переездом с этим я опоздал. С детства Илья Ципурский следовал правилу «в здоровом теле здоровый дух». В школе Ципурский на «ты» со спортом. Играл за юношескую сборную Москвы по баскетболу, занимался легкой атлетикой, греблей и даже боксом. Но, как часто бывает в жизни, спортивную карьеру решил случай. Случай был такой. Я учился в одной школе, в параллельных классах с Женей Глориозовым. Это мой товарищ детства и по сегодняшний день друг и так далее, и так далее. Это было в 9 классе. Я шел по коридору нашего этажа в школе 657, и вдруг я увидел, что около одного из классов, соседнего с нами, у входа, какая-то толпа и какая-то, в общем, такая обстановка, какая-то, может быть, такая недружественная. Женя втайне от меня и своего друга Алика Голышева записался в секцию самбо. На моей левой груди звенел, то есть висел значок третьего разряда по борьбе с самбо. Я, значит, был крутой. И вдруг смотрю, Евгений Леонидович делает прекрасную подсечку. И толпа как-то, эта толпа как-то мягко рассеялась, и все сразу поменялось. Я подхожу, говорю, Жень, ты где это научился? Он говорит, да я записался в секцию, хочешь, я тебе тоже покажу, идем, я тебя запишу в секцию. Он потом пришел к нам на тренировку в Институт физкультуры и начал тренироваться. СКИФ – спортивный клуб Института физкультуры. Именно здесь в 50-е и 70-е годы ковались будущие чемпионы Советского Союза по самбо, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы по дзюдо. Вел секцию самбо амбициозный тренер-новатор Евгений Михайлович Чумаков. К нему и пришел молодой Илья Ципурский.
Чумаков мне, значит, написал записочку такую, что вот Илья Цыпурский, прошу провести медосмотр. Это было 10 января 52 года. Вот это дата рождения моя как борца в будущем. Вся работа Чумакова строилась на научно-педагогическом подходе. В результате своих исследований Евгений Михайлович разработал универсальную методику, некую спираль, позволявшую самбистам планомерно достигать вершин спортивного мастерства. Евгений Михайлович Чумаков был аспирантом. И на нас он делал диссертацию. Каждый раз ты уносил с тренировки что-то новое. И это был не просто процесс профанации тренировки, а это была настоящая тренировка. То есть это был, как говорят японцы, так мелкими шажками, но все выше и выше. И результат через два года у него эти молодые, значит, молодые мальчишки с окрестностей Курского вокзала отдолбили команду «Динамо», профессионалов, милиционеров. «Динамо» – одно из старейших и титулованных спортивных сообществ Советского Союза. В 50-е годы бело-голубые цвета команды по самбо защищали прославленные мастера и чемпионы Советского Союза Николай Стафеев, Михаил Рурак, братья Илья и Анатолий Латышевы. И мы выиграли у них матчевую встречу. В истории спорта такое я еще не видел подобных. Вот. И после этого Евгений Михайлович через 2-3 года защитил кандидатскую диссертацию. Вот так по спирали Чумакова все выше и выше поднимался в самбо и Илья Цыпурский. В 52-м зачислен в секцию, в 53-м – третий разряд по самбо, в 56-м – первый разряд. На разряды можно просто выполнять. Что значит выполнять? Пришел на открытый ковер и выполнил. Пришли все, собрались одного разряда и все между собой начали бороться. От этого называется открытый ковер. Я выиграл у 10 второразрядников. Я имею право получить первый разряд. И вот мне вспоминается случай. Был проведен чемпионат Советского Союза среди общества «Искра». И вот там Илья Лазаревич, будучи второразрядником, выиграл первое место. И победил грузин. И как сейчас помню, против него вышел очень сильный самбист, мастер спорта Чеченидзе из Грузии. И Илья Лазаревич его вздрючил на мельницу. И в Государственном Саратовском театре он его бросил чисто. Весь театр взревел, вскочил. Никто не поверил в том, что вот так это можно. Грузины – законодатели моды в самбо. Их лидерство в те годы не вызывало сомнения. Победы над грузинскими спортсменами были наперечет, и каждое становилось событием в мире советского самбо. После этого Илья Лазаревич стал вообще знаменитым. Он даже, так сказать, уже стал похлопывать меня по плечу, как будто бы уже мы на равных, так. В общем, потому что он победил Чеченидзе, а у меня-то ведь Чеченидзе не было, понимаете? А на мастеров потом было, по-моему, что-то там, несколько мастеров надо было выиграть, и тоже можно было получить, если ты у мастеров. И у меня накопились и эти мастера. И тогда мне, кстати, Чеченидзе, в частности, был, вот у меня такой был, такая, и тогда мне Евгений Михайлович сказал, не торопись, надо выиграть. Выиграть звание мастера спорта по самбо означало следующее. Войти в тройку на чемпионате Москвы, стать призером по соревнованию ЦС «Буревестник», одном из сильнейших турниров страны. Либо подняться на пьедестал почета на чемпионате Советского Союза, наивысшем по значимости самбистском турнире того времени. На первый свой союз я поехал в 55-м году в Ригу, как сейчас помню, в Ригу я поехал. И я там выступил, считалось, что удачно. Сегодня я считаю, что это не очень удачно, но я стал пятым. Это неплохое место было тогда. Тогда боролся и Миша Рурак, боролся Волощук. И я стал пятым. В 1956 год. Цыпурский едет на свой второй союзный чемпионат. Вместе с сыном в Ленинград едет отец Ильи Лазарь Соломонович Цыпурский. Я туда не ехал чемпионом и не знал, что я там буду, хотя где-то их было, потому что у меня уже был друг Глориозов чемпион, друг Шульц чемпион, понимаешь, вот Советского Союза. И вроде, да, Володька Гуляев уже был чемпион Советского Союза тогда, и вроде было на кого равняться. Вот, должен сказать, что проборолся нормально и выиграл вот эту медаль, которую, конечно, я посвятил отцу. Лазарь Соломонович прошел всю войну от рядового до капитана. После ее окончания продолжил службу. Занимался эвакуацией из Германии трофейного военного оборудования
до мая 1947 года. Вернувшись домой в Москву, Лазарь Соломонович работал заместителем директора Московского государственного еврейского театрального училища. Но пожить нормальной жизнью мирного времени он не успел. Беда пришла в начале 1948 года, после убийства известного деятеля культуры Михоэлса, друга семьи Ципурских. Отца арестовали. Это было 22 на 23 января. Почему я помню? Потому что отец был на приготовлении свадьбы моей сестры двоюродной, в общем. И когда пришел отец, начался обыск. Обыск был до утра. Причем у нас там во дворе была типография, а мы играли в расшиши и делали такие металлические эти чушки. И там была типография, там свинец был, а на свинце были буквы. И вот у меня был набор этих букв для того, чтобы переплавить это, сделать расшифровку. Вот и эти буквы взяли в качестве доказательства, что какая-то есть печатная машинка, какая-то есть печатная типография, все. Пистолет у него был ТТ, по-моему. Вот. Все, и все это взяли, все это все, и увели отца тоже. Ни бесконечные письма матери Ильи в приемную КГБ, ни заслуги фронтовика не изменили приговор судей. Лазарь Соломонович получил 10 лет лагерей по самой строгой 58-й статье. Илья Ципурский снова остался без отца, а семья без кормильца. 1956 год оказался для Ципурского щедрым на знаковые события, не только в спорте. В июне месяце из мест, как грустно шутили в СССР, не столь отдаленных, вернулся отец. Это был четвертый курс как раз, и я был в спортивных военных лагерях, а это было в Калининграде. А отец вернулся где-то в июне, я боюсь, не помню сейчас число. И в июне месяце отец вернулся, и мне прислали телеграмму туда, в Калининград, что вернулся отец. И я сделал сальто, стоя на месте. Вот как стоял, так сделал сальто. Вот это я помню прекрасно. 8 лет ГУЛАГа не сломили этого мужественного и уверенного в себе человека. Окончательно реабилитированный, он продолжил работать в ВГИКе в качестве эксперта художественного совета Института кинематографии. В нем поразило то, что вот я представлял себе, что такое лагерь, что такое тюрьма, я представлял себе. Вот. И передо мной сидел жизнерадостный, веселый человек, который с определенным чувством юмора, такой вообще, он вдохновил меня как-то на то, что жить надо. И он приезжал на сборы, когда мы к соревнованиям международным готовились. Он до самолета провожал меня, когда мы за границу уезжали. То есть он не мог выехать, конечно, но это был на сборах. Знаком был с Андреевым Владимиром Михайловичем. То есть, в общем, и говоря о себе, вот этой спортивной своей лестнице, я все-таки хотел бы, так сказать, поставить рядом отца. Когда только отца арестовали в 47-м году, маму его, Берту Владимировну, выгнали с работы. Она преподавала в школе. Вы представляете, учительница с высшим образованием, преподававшая русский язык, литературу, моет в подъезде, работает, зарабатывает деньги, чтобы прокормить двух детей. У мамы была прекрасная норковая шуба, я помню, мама ее продала. Вот, я помню, как мама работала прачкой. Вот, я помню, как мама, в общем, то есть мама нам с братом, создала условия. Мы смогли закончить школу, я смог тренироваться, брат смог тренироваться. То есть она тоже человек, который в моей судьбе сыграл определенную роль. Время шло. Илья Ципурский окончил школу с отличным аттестатом. Его мать, строгая категоричная женщина, как-то сказала Илье. Она мне сказала, значит, ты можешь чем хочешь заниматься, но быть ты должен инженером. Все! К советам родителей Илья относился с уважением и подал документы в МВТУ имени Баумана. Я поступал в Бауманский институт, на самый престижный институт в Москве, который был, и сдал все на пятерки. При поступлении в ВУЗ эхом далекого 48-го года откликнулся арест отца. По литературе устной
поставил преподаватель отлично. Но, говорит, я сейчас пойду принесу сочинение, чтобы, ну, поставить вам оценку, что у вас там за сочинение. И он пришел, у него, вот у тебя белый листок, такая у него была... Такое лицо, я его искренне понимаю и сожалею, и он говорит, у вас два по сочинению. То есть то, что меня не взяли в институт, однозначно, сегодня это даже как-то модно об этом говорить, но я не об этом, потому что модно говорю, что потому что сидел отец, и потому что, возможно, еще, так сказать, и национальность была, которая не подходила под двигатели, куда я, так сказать, подал заявление по двигателю. После неудачи в Бауманке для абитуриента Цыпурского началось хождение по вузам. Благо, листок с отличными экзаменационными оценками и пустой клеткой в графе сочинения был на руках. Последним, куда я пришел, был МИСИ. Но в МИСИ еще, там не, где-то не сдавались, не писали сочинения. Где-то не принимали уже русский устный. А мне нужно было сочинение написать. И в МИСИ еще принимали сочинения. И мой богатый опыт к тому времени хождения по вот этим вот МГУ, МИФИ, МИХам, нефтехимии, куда уж я только не ходил, показал, что все. И мама сказала, все, успокойся. И я благодарю Бога, что я попал в МИСИ. И специальность, которую я выбрал, это инженер-механик, это было то, что надо. И сегодня, если бы все повторилось сначала, я бы все равно пошел бы в МИСИ уже, а не в ВТУ, конечно. Судьбы известного спортсмена и престижного института сплетутся крепко и будут виться вместе долгие-долгие годы. К нему вообще самое, наверное, правильное определение – это верный. Верный человек. Вот он дружит с тем Женей Грёзовым всю жизнь. С детства, со школьной парты. И также с другими. Или, допустим, он работает на одной работе. Никогда не менял ее на кафедре машин в строительном институте. В родном институте МИСИ Илья Цыпурский вот уже 40 лет работает на кафедре строительных машин в звании профессор. Готовит новые и новые поколения молодых специалистов. Пользуется у студентов заслуженным авторитетом и уважением, которое прививается его выпускникам на всю жизнь. Однажды я был свидетелем, как он принимал экзамен. Это было на Разгуляе, в этом здании. Ну, экзамен протекал примерно так. Илья Владимирович выдержан всегда, вежлив. Вот. Но я заметил, что он не идет ни на какие компромиссы. Вот где-то можно сказать, ну, там между тройкой и четверкой. Нет, он спокойным лицом. И когда студент говорит, ну, спросите меня еще раз. Хорошо? Спрашивать, да, нет, все, три. Или там два. То есть никаких поблажек, никаких компромиссов я не видел. Все должно быть заработано. В хорошем смысле слова заработано. Вот ты вложил труд, ты за этот труд и получаешь по, как говорится, по заслугам. Трудился – получи. Не трудился – на что ты можешь претендовать? Трудился в понимании меня как педагога – это посещение лекций, посещение лабораторных работ и активное участие в этом процессе. Не просто ты пришел, чтобы переговорить со своим товарищем о том, как мы завтра будем играть в футбол или как мы сегодня проиграли в хоккей, хотя это тоже очень важные темы, но занимайся делом. Не каждый раз видишь, чтобы все лекции проверяли, чтобы так трепетно относились к их содержанию. Любишь, чтобы во всем был порядок, во всем все было сделано вовремя, четко, и чтобы все понимали. Об Илье Лазаревиче я слышала еще до того, как попала к нему в группу. Мне о нем рассказывала моя мама, у которой он примерно где-то 20 лет назад преподавал строительные машины. Самое ее сильное впечатление было то, что он без труда порвал очень толстую 96-листовую тетрадку. Когда я увидела первый раз Илью Лазаревича, если честно, ну, он такое грозное впечатление произвел. И до сих пор я его побаиваюсь немного. Мне кажется, что я никого в жизни из студентов не обидел. Никого, хотя, может быть, как-то локально я какой-то нанес ему, так сказать, негативную составляющую в его спокойную попсовую жизнь. Но финал, как правило, нормальный. И человек может сказать, что да, я учился из строительной машины, проходил Цыпурскую. И мне не стыдно. Илья Цыпурский, кандидат наук. Автор сотен научных публикаций и ряда изобретений. За свой многолетний труд награжден медалью
ветеран труда, почетный работник высшего профессионального образования. То, что он достиг высоких результатов в работе, ученые степени, ученые звания, это тоже результат, я уверен, занятий самбо. Потому что среди людей, занимающихся единоборством, очень много талантливых инженеров и ученых. И вот Илья – это яркий представитель. У меня есть учебник по строительным машинам, методички какие-то, у меня есть экспериментарий. Я кандидат технических наук по строительным машинам, по землеройной технике. Вот. Но моя литература, вот, которой я пользуюсь, она состоит из двух частей. Самбистская часть и техническая часть. Самбистская часть намного больше. 8 раз Илья Цыпурский поднимался на пьедестал в чемпионатах СССР. 2 раза в его честь играл гимн страны. 2 раз – в 1962 году, спустя 6 лет после первой победы. 62-й год, Кишинев, и Бондаренко, и Панкратов, и Нанакашвили боролся, и Валя Хесин боролся. И я выиграл «Союз». И у меня с этого 62-го года есть фотография. Бондаренко Толя жив по сей день, мы с ним большие друзья. Вот я стою первый на пьедестале, справа стоит Володька Панкратов, и слева стоит Бондаренко. И я Толе даю только эту фотографию. Я говорю, Толя, он говорит, у тебя, может быть, где-то есть, где я первый. Я говорю, Толя, вот у меня только вот это. Больше других, в среднем есть, других фотографий нет. У Ильи Лазаревича была замечательная поставленная техника. Во-первых, он первым, по-моему, в России, в Советском Союзе, вот так профессионально исполнял переднюю подножку с колена. Чумаков создал такую обстановку, что у каждого из нас было свое «я». У Ильи Лазаревича была передняя подножка с колена и бросок, который называется «мельница». Это мощнейший прием, когда он выхватывал партнера и бросал. И надо сказать, что эти приемы шли у него прекрасно. Великолепный спортсмен, великолепный товарищ, великолепно проводил свои схватки. Это был напор, натиск и всегда блестящая победа. У него неуемная была энергия, и самое главное, он умел эту энергию применить правильно. Не разбрасывал его впустую по сторонам, а именно целенаправленно. Мгновенный бросок, и все, он победитель. Часто побеждал чистыми бросками, болевыми приемами. То есть был совершенно блестящий спортсмен. Боролся он очень агрессивно, темпераментно, жестко. Делал мельницу, коронный его прием. И брал как бы характер. У него очень хорошая была семья. Алла, жена и 2 дочери. Он их очень любил, но там взаимно, в общем, такая крепкая семья. И он, в общем, был, как бы работал на семью, то есть он заботился о них, думал о них. Со своей будущей женой Галиной Хмелевской Илья Цыпурский познакомился на 2-м курсе института. На технологической практике на строительстве Волоколамской МТС. Молодой командир студенческого строительного отряда и студентка 1-го курса механического факультета МИСИ. Была группа, у нас 2 группы всего было, механиков, 2 группы, и они были полностью мужские. Ну, поварихе же нужно там туда-сюда. И человек 6 девочек с первого курса взяли и послали в стройотряд. И они поехали с нами в стройотряд. Ну и в стройотряде, значит, может, не совсем скромно, скорее больше она меня приметила, чем я ее. Вот. Но я благодарю за эту судьбу, что она меня приметила. Честно говоря, я не очень сопротивлялся. Но это не сопротивлялся было 4 года. Через 4 года Алла окончила институт и должна была отправиться на новое место работы по распределению. Для молодой пары это означало бы окончание отношений. Я понимал, что если мы сейчас не объединим нашу судьбу, да, то тогда вроде как она может уйти куда-то в сторону и так далее. И вот мы с ней, значит, год позже, как там получилось, в общем, мы с ней поженились. Жизнь новоиспеченного инженера, главы семейства, отличалась своей многогранностью. Дома жена и 2 дочки, в институте работа, в том числе над кандидатской диссертацией, на спортивном ковре – самбо. Трудно сказать каким-то одним общим вот таким фразой одной или одним словом, что вот все было хорошо или все было плохо. Все было как в жизни. Останавливаться на достигнутом не в характере Ильи Цыпурского. 2-кратный чемпион СССР по самбо параллельно начинает заниматься дзюдо. Значит,
Под дзюдо все было и просто, и сложно. Чемпион Советского Союза 56 года. Трехкратный в промежутке этого призер 58-й, 59-й, 60-й, 61-й. Ну, весь в самбе. Весь в самбе. И не только я, все. И вдруг в 61-м году становится известно, что в программу Олимпийских игр включено дзюдо. Действительно, если посмотреть соревнования по самбо и дзюдо, то можно увидеть много общего. Похоже, не только методики тренировок и способ ведения поединка, но и техника. Это дало возможность советским самбистам в кратчайшие сроки освоить дзюдо и с успехом выступать в этом виде единоборств на международном уровне. Конечно, я не думал, все, надо одевать кимоно, там я еще не знал, что такое кимоно, не знал, что такое дзюдо и так далее. Но руководство в лице, в частности, Андреева Владлена Михайловича, в лице того же самого Евгения Михайловича Чумакова, в лице Анатолия Архановича Харлампьева, да простят меня ученики и все поклонники Харлампьева, что я его называю третьим, но я именно такой порядок хочу назвать, и в лице ряда других руководителей, они понимали, что страна Советов будет бороться за олимпийскую медаль под дзюдо. А кто может бороться за олимпийскую медаль под дзюдо, кроме самбиста? Да никто. В связи с этим Федерация борьбы самбо СССР решила провести проверку собственных сил и впервые в 1962 году собрала сборную для участия в чемпионате Европы по дзюдо в восточно-германском Эссене. Я уже был человек взрослый, мне было 32 года. Вот. Но я выигрываю, будьте любезны. Забегая вперед, опять скажу, там прикидки были, я прикидки у всех выигрывал. И словчил попасть в сборную, в первую сборную, не в те сборные, которые потом были, в первую сборную. Выехать за границу при Советском Союзе в 62-м году было непросто даже для такого заслуженного спортсмена, каким был Илья Ципурский. Плюс ко всему прошлое отца, пусть и реабилитированного. Ситуация могла принять неприятный оборот, но все обошлось. Это я-то, у которого отец сидел, и в 62-м году выезжая, я помню эту в ЦК, как я ходил, как со мной вели собеседование, очень корректно, очень нормально, спросили все, они все без меня знали. Но в 62-м году я первым выехал, в числе первых, но для себя это первым был. 9 мая 1962 года на первом для сборной советских самбистов чемпионате Европы по дзюдо в Эссене наша команда заняла почетное третье место. Первую медаль в своей весовой категории мог привезти и Илья Ципурский. Я мог оттуда увезти медаль, если бы на ковре не судил западный немец, а финальную схватку я не боролся бы со Смиротом. То есть не финальную, за выход в полуфинал. Я не боролся со Смиротом, а Смирот — это восточный немец. И не судили бы, черт знает, какие два судьи. Но мы, у нас была с ним ничья. Ничья – это хантей называется. Вот хантей, когда поднимают руку. И судьи определяют, кто выиграл. И я смотрю, передо мной, который сидит судья, он поднимает мне. А сзади-то я не вижу, кого. Потому что я сзади как-то не сообразил. Но я увидел, что секунд 30, вот этот вот стоит. Я говорю, а что он стоит-то? Вот тот же поднял, надо же поднимать. И он поднимает руку Смироту. А тот, оказывается, судья поднял руку Смироту. Я никогда не говорил, что плохо судишь, и сегодня не скажу, что меня засудили. Но, вот, понимаешь, кинь он в другую сторону, и я бы был с медалью. В 1963 году на очередном чемпионате Европы сборная СССР стала чемпионом континента. А в начале осени 1963 года тренерский совет огласил окончательный состав олимпийской сборной команды Советского Союза по дзюдо. Это были Олег Степанов, Арон Боголюбов, Парнаус Чиквиладзе и Анзор Кикнадзе. Средневесов не взяли. Фамилии Ципурские в списке участников Олимпиады 64 не оказалось. Ну что надо сказать? Вот прямо так сказать, вот если бы взяли средневесов, то взяли бы меня. Я не могу. Не могу. Я не хочу кривить душой и все. Но могли взять и меня. У меня есть фотографии, где я стою среди грузин в Тбилиси. И я, значит, один не грузин, все остальные грузины, сильнейшие борцы сборной, кстати. Значит, я тоже сильнейший борец, естественно, с ними. Там вопрос стоял не о том, грузин, еврей, русский и так далее. Там вопрос стоял о том, чтобы медаль привезти.
И медаль привез Степанов, Боголюбов, Кикнадзе и Чиквеладзе. Все они привезли по медали. Все! И тут никаких сослагательных направлений быть не может. Но я, во-первых, в 63-м году стал опять призером СССР. Вот. В 64-м тоже. И, видимо, все-таки мое отношение к тренировкам и мое желание все-таки быть в команде сборной Советского Союза, оно определило мою поездку и на второй чемпионат Европы. Это в ГДР, где я у Смирота выиграл и в команде выиграл. Последний раз в качестве самбиста Илья Ципурский боролся на чемпионате Москвы в далеком 1969 году. После завершения активной карьеры спортсмена по совету своего тренера и учителя Евгения Чумакова Ципурский начинает карьеру судьи. И Евгений Михайлович мне сказал: «Илья, ты, наверное, все равно не бросишь спорт. Ты будешь все равно здесь. Ты не уйдешь все-таки». Он знал, что я уже кандидат наук, что я там это все. «Тебе надо заняться судейством». Хотя я уже до 69-го, 67-го, когда я в сборную шел, меня приглашали в Тбилиси, я судил чемпионат, турнир класса А по дзюдо, я союз судил, в общем. Ну, то есть я судил уже, но в качестве, у меня есть фотографии, где я международный турнир по самбо сужу там. Ну, то есть я был в этой орбите, но в качестве подчиненного. Доказав свою состоятельность в качестве судьи на ковре, Илья Ципурский в 1972 году назначается председателем Всесоюзной коллегии судей по самбо, а спустя 10 лет – председателем Международной коллегии судей. Судья принципиальный, очень принципиальный, даже жесткий, я бы сказал. И недаром его и в свое время избрали президентом коллегии судей Советского Союза, что, в общем, сегодня вы понимаете, что такое это фактически мир, а потом и мира. Я делал попытки, когда вот особенно, знаете, студенческие соревнования, я тренирую сборную МГУ, понимаете, там это, мол, Илья, ну как, это бесполезно. Вот мы с ним друзья, но чтобы он пошел, допустим, на какой-то, для своего друга, на какой-то, это даже можем не спрашивать. Надо стремиться, чтобы вообще судья был профессионалом, не имеющим учеников, на данных соревнованиях, хотя бы на данных соревнованиях. Потому что данные соревнования судят все тренеры, ученики которых борются. И тут борется твой ученик, я повязан, ты мой друг. Там борется мой ученик, ты повязан, ты мой друг. И так далее, и так далее. В течение более 20 лет Ципурский – постоянный главный судья крупнейших соревнований мира, Европы и СССР по самбо. Организатор первых международных судейских семинаров, для которых подготовил комплект плакатов. Первый семинар по самбо в 1972 году я проводил вместе с Евгением Михайловичем Чумаковым в Лондоне по самбо. Вообще, это не только судейский семинар, это был судейский и тренерский семинар, где приехали иностранцы все. Ездил Чумаков, Лукичев и Ципурский. Когда он был председателем коллегии Всемирной Федерации, он фактически обучал их, потому что они не знали правил. Некоторые советские не очень хорошо знают правила, а уж зарубежные и так далее. То есть он был как учитель. Одновременно он автор всех правил по самбо, последних версий. Я не говорю, там, я не знаю, кто до него делал правила, по-моему, Гулевич Дмитрий Ильич, мне так кажется. Но я не уверен. В течение долгих лет Ципурский – вице-президент Всесоюзной Федерации самбо и член Национального олимпийского комитета СССР. Я за него никогда денег не получал за эту работу. Я имел, правда, выезд долгое время. Я ездил со сборной командой, судил, там, главный судья соревнований спартакиад народов, судил и так далее. И в своей судейской ипостаси, я думаю, что я тоже какую-то, так сказать, принес пользу самбо, потому что вот это навыки технических способностей, вот этих, например, табличная форма выражения результата схватки, коэффициент, который я ввел, геометрической прогрессии для определения оценки результата, да, понятие чистый бросок, его вообще не было. Ципурский, словно вечный двигатель, надежен и незаменим в работе. Если импровизация, то подготовленная, так говорит Илья Лазаревич. Но к такому повороту судьбы нельзя подготовиться. В 1991 году из жизни уходит любимая жена Ильи Лазаревича Алла. Вместе с СССР прекращает свое существование Всесоюзная Федерация Самбо. Ципурский теряет свою должность и оказывается ненужным как спортивный функционер. И когда пришла новая власть в лице президента
Российской Федерации, она сказала, а что такое Российская Федерация? Кто это такие? В частности, и покорный ваш слуга тоже оказался за бортом всей этой деятельности. Переживал страшно. Больше того, 15 апреля 91 года умерла Алла. И распад Союза, и все, и туда-сюда. И, в общем, я как-то был немножко в трансе, в страшном трансе. А в Международной Федерации я остался. Я остался в Международной Федерации до 93 года. Никто ничего не мог сделать. А в России я ничего не мог судить. Потому что мне было предложено начать спортивную судейскую деятельность с секундометриста. Ну, это как анекдот хорошо, конечно, но у русских своя же гордость. На помощь пришло самбо, вернее самбисты, ученики и друзья Ильи Лазаревича, заразившие Цыпурского новой идеей – боевым самбо. И приходит Жук, говорит, Ялыч, а чего вы это? Вот у нас клуб боевого самбо. Они создали клуб боевого самбо Волосных, Тихонов и Жуков. Вот у нас клуб боевого самбо. Мы сейчас создадим боевое самбо и всех ваших друзей в кавычках. У меня вообще-то не было друзей в кавычках никогда. И даже когда вот этот был развал. Ну так, в общем, как-то назвали друзей. Сейчас у меня сегодня со всеми нормальные отношения. Даже с теми, кто вот творил эти чудеса. Вот, и он говорит, да мы сейчас, Илья Лазаревич, давайте. Я некоторое время колебался. Он пришел ко мне с договором. Заключили со мной официальный договор на редакцию правил, на все эти дела, все. И я начал заниматься боевым самбо. Так как мы все бывшие самбисты, и были на тот момент и были и не бывшие, там кто-то еще у нас там действующий был, мы как-то собрались один раз, как положено, в бане. Вот, и решили, что надо, что там, карате, что там, что, давайте сделаем боевое самбо зрелищным, нормальным, как бы, это в наших силах. У нас там были представители в нашей компании и Московского спорткомитета, и Московской федерации самбо. Вот, были тренера, мы так посидели, подумали, придумали какие-то правила, так вот слово началось, создали клуб боевого самбо, ну, так называемый, как бы, и попытались возводить в ранг, как мы себе поставили, задачу олимпийского вида спорта, боевое самбо. Не совсем было понятно, что это такое. У зарождающейся новой спортивной дисциплины боевого самбо не было четких правил. Здесь пригодился бесценный опыт двукратного чемпиона СССР, чемпиона Европы Ильи Лазаревича Цыпурского. Боевое самбо, бои без правил, панкратион. В то время все это звучало, и нужно было как-то разложить по полочкам, классифицировать то, что, чем мы занимались. Вот Илья взял на себя вот эту непростую задачу. Его спортивные и технические знания помогли отобрать, систематизировать и вывести из всего многообразия общего самбо и единоборств те принципы, по которым живет боевое самбо сегодня. Ну, они были плодом не только моей деятельности, а плодом деятельности вот коллектива. Вот. Но их литературную обработку и написание вручную, значит, было осуществлено мной. И появилось три уровня соревнований по боевому самбо. Первый уровень – это для детей. Причем два из этих уровней, первый и второй, это где победитель определяется по очкам, набранным в схватках. А третий уровень – это то, что мы сейчас называем бои без правил. То, что сейчас рекламируется, то, что сейчас мисс-файтинг называется, то, что сейчас называется смешанное единоборство. Но одно дело правила на бумаге, и совсем другое – их применение на практике. Илья Лазаревич с соратниками решили, что необходимо провести проверку боем. Первый в истории чемпионат Евразии по боям без правил, а на самом деле чемпионат по боевому самбо, ведь именно таким видели его основатели, обещал стать событием года. И тогда, кстати, федерация, ну та федерация, я не имею в виду сегодняшнюю, она была против вообще всех этих соревнований. Но там аргумент был такой, а если он попадет в голову и убьет его? Ну, а если кирпич упадет совсем? Никто же в это не верил. Да вам запретят, да вам не разрешат, да вас закроют, да вас всех посадят, да вы что, да вы звери, да вы в клетку людей загоняете, да вы что, даже это «Гладиаторы 21». Журналисты писали такое, что просто вот я даже сейчас не берусь повторить. И основная задача как бы отбиваться от этих вот
так сказать, не очень правильных заявлений, была, кстати, вот она лежала на Игоре Владимировиче Цепурском, потому что он был всегда у нас, он взял на себя эту обязанность сам, за что ему низкий поклон и спасибо, был главным судьей наших соревнований всех. Назначение главным судьей этих соревнований Илья Лазаревич принял как должное. Никакому другому человеку в стране проделать все на столь же высоком уровне было бы не под силу. Организаторы это хорошо понимали. Когда работаешь со специалистом, с профессионалом, вот, все проблемы решаются достаточно правильно, легко, быстро. А когда еще личные качества нормального человека, вдвойне приятно с таким человеком работать. Первый старт. Чемпионат Евразии по боевому самбо под рекламным названием «Бои без правил» состоялся 1 июня 1995 года в цирке на проспекте Вернадского. Допускались люди в кимоно, допускались люди в куртках ушу-саньда, босиком и так далее. То есть это было боевое самбо. Боевое самбо – это объединяющий конгломерат всех видов единоборств. Каратисты приходили, тайквандисты приходили. Появилась у нас и участница девочка, которая, в общем, ввергла нас в такой, говорю, не очень, как бы, у нас так проблем-то было, там у нас бомбу заложили, там, это отдельная история, якобы там в зале нас всех выводили, там заводили, там какие-то саперы, собаки, все, тут еще это, значит, дама. Он ее увел куда-то там в кулуары цирка, я уж не знаю, там, хищником он ее вел, как раб, не знаю, куда он ее вел, короче, в общем. Она вернулась с ним, пока улыбчивая, все, да, вы знаете, да, все, я вот согласилась, я побуду гостьей, там, мы ее представили, что она там, женщина приехала, я посмотрю на все это дело, там, да, как бы, ну, вот, и все. Ну, вот это был, как бы, первый, наверное, был, как бы, подвиг Ильяра Чепурского, ну, подвиг, я, конечно, шучу, но, тем не менее, это была первая проверка его. На второй старт, абсолютный чемпионат мира в ноябре 1995 года, побороться за главный приз в размере 50 тысяч долларов желающих нашлось немало. Шли все, в том числе подготовленные мастера боевых искусств, привлеченные ценным призом. Саша Иншаков, мой друг, я хочу громко об этом сказать, хотя мы давно уже не видимся и все, но в те годы мы были друзьями. И, значит, действительно, человек, который вложил в развитие боевого самбо очень много, и денег вложил очень много, суммы были трехзначные, вот, в долларах, вот, и я ему сказал: Саша, я говорю, ты понимаешь, ну нельзя же каждому, ничего вроде, ничего, но когда пошло там за 75 тысяч ошкаливать, он говорит, наверное, надо подумать. Организация, проведение, финансирование, подбор команд, подбор участников, ну все вместе. Это ни на ком отдельно не лежало, это было комплексное там решение вопросов. Но на мне в основном была финансовая составляющая в первую очередь, потому что без решения этой проблемы проведение любого турнира невозможно. Александр Иншаков, Анатолий Жуков, Владимир Тихонов, Валерий Волосных, Илья Цепурский, Валерий Деркач, Александр Ушаков и Рашид Мулиев. В таком составе они провели еще несколько фундаментальных чемпионатов. Сейчас это больше шоу, а мы хотели сделать спорт на самом деле. Так получилось, что я могу четко очень сказать, что вот и там и я, и там все мои друзья, и Илья Лавич Цепурский, в общем-то, стояли у истоков этого вида спорта в России. Когда проект раскручен и работает, появляются люди, готовые потянуть одеяло на себя. Как специалист в технических вопросах, как инженер Илья Лазаревич хорошо понимал, к чему это может привести. Не выдержав натяжения, одеяло лопнуло. Чемпионатов мира по боям без правил не стало. Вернее, изменился формат. Появились другие отцы, к сожалению, не родные. Забыли и Иншакова, и же с ним. Там новые герои, там новые эти. Но дай бог им лучше нашего сыграть, что я только могу сказать, и все. Опыт проведения чемпионатов сделал свое дело. Начиная с 31 марта 2000 года и по сегодняшний день на базе Дворца спорта МГСУ проводятся чемпионаты Москвы по боевому самбо «Приз Цепурского». Когда мы поняли, что нужно что-то творить, значит, собрались, и я говорю, я готов пойти к своему ректору и попросить, чтобы он нам дал площадку. Он мне сказал, пожалуйста, я не возражаю. И поддержал эту идею. И начались соревнования. Тогда они прямо сразу не назывались, они просто назывались, первый год они назывались «Чемпионат Москвы по боевому самбо», просто. «Открытый чемпионат Москвы». А со второго они уже начали заниматься, называться «Приз Цепурского». В разные годы в открытых чемпионатах по боевому самбо, организованных Ильей Лазаревичем Цепурским,
участвовали будущие звезды миксфайта мировой величины. Я был главным судьей на каком-то соревновании, и вдруг приходит парень с мешком за плечами и говорит: «Я хочу в них участвовать», и все. Я говорю: «А кто вы такой?» «Ну, вот я Олег Токтаров» и так далее, и вроде вот я хочу. Я говорю: «Ну, вы знаете, тут многие чего хотят, есть какие-то положения, он должно быть». А оказывается, он уже был чемпионом мира тогда какой-то, понимаешь, где-то чего-то. И мне говорят: «Ты что, это Токтаров?» Я говорю: «А кто такой Токтаров?» Почему-то он для меня запомнился ярче всего в Америке. Был яркий солнечный день, он был одет во все светлое. И вот такой легкий, открытый и светлый. Знаете, очень общительный, открытый для всех. У него была, когда он выступал, потрясающая техника, особенно в стойке. Илья Лазаревич, много, как у нас любили говорить, мулик, именно происхождение его. Видели стены МГСУ братьев Федора и Александра Емельяненко. Илья Лазаревич всегда жизнерадостный, не унывающий. Вот. Всегда тепло встречает. На третьем чемпионате Москвы по боевому самбо приз Цыпурского разыгрывались автомобили в трех весовых категориях. Слух об этом пошел по всей Руси Великой. Автомобили. И в следующем году на четвертый чемпионат Москвы по боевому самбо приз Цыпурского, пусть меня Федор и Саша извинят, потому что вроде получается, как они за автомобилями приехали. Может быть, это и не так. Но я думаю, что какой-то определенный, потому что это все-таки маститые уже ребята, да? Чего это они попрутся на Москву-то, да? Дело в том, что когда приглашают, всегда говорят, что цель поездки. Говорят, что сказали, что будут разыгрывать автомобили. Ну, мы с Аней посоветовались и решили выступить. Это одни из первых Саниных соревнований были вот, ну, по боевому самбо. Вот, поехали, выиграли. Ну, нам сказали, что автомобилей не будет. Будет телевизор и видеомагнитофон. И они оба проборолись. Проборолись хорошо. И финальная схватка у них была семейная. Ну, там Федор сделал ему болевой, и схватка закончилась. Вот. 16 октября 2009 года состоялся 10-й юбилейный чемпионат Москвы, приуроченный к 75-летию прославленного мастера. Я хочу сказать, что до сих пор человек, который горит и болеет, живет самбо, он участвует, он член президиума Федерации самбо Москвы, он сам лично организовывает турнир первенства Москвы по боевому самбо, действительно об этом переживает. Я считаю, что вот такой достаточно резкий, иногда жесткий человек, но, вы знаете, он мне симпатичен. Вот это настоящие бойцы, настоящие самбисты, те люди, кто приносил славу нашей стране на самбистских коврах, поэтому я могу сказать, что я очень благодарен Илье Лазаревичу за ту поддержку, которую оказал он мне на протяжении последних лет по развитию самбо в Москве. У нас личные хорошие отношения, поэтому я надеюсь, что мы еще вместе поработаем, еще много хорошего сделаем для того, чтобы самбо в Москве стало спортом номер один. Несмотря на огромный вклад в создание и развитие боевого самбо, Илья Цыпурский остался верен самбо-спортивному. О нем можно очень долго говорить. Он заслужил, чтобы, наверное, все те приятные аппетиты, которые есть у человека, к нему подходят. Что мужественен, да. Что порядочен, да. Что ответственен, да. Что в борьбе, ну, красавец, боролся всегда в атаке. Блестящий виртуоз. Мощный сам. Мощный он даже. Для своего веса он был мощный. Он демонстрировал такую борьбу, которую сам бы и заслужил. Сам очень разнообразный красивый спорт. Мне позвонил Женька, ну, Евгений Леонидович Гудрёзов, и говорит: «Ты поздравь Илюшу». Я говорю: «Что, он стал чемпионом мира по ветеранам». Ну, я снимаю трубку, звоню. Звоню Илюше, я говорю: «Илюш, говорят, ты там что-то выиграл, я тебя поздравляю». Ну, да. Я говорю: «Ну и с кем ты боролся?» Сколько было схваток? Он говорит: 5. Я говорю: «Что так много-то? А с кем ты боролся?» И он говорит: «Там японец, бразилец». Я говорю: «Илюш, откуда бразильцы в самбо-то? Откуда они взять?» Он говорит: «Так я под дзюдо». Как говорит сам Цыпурский, началось все в 1993 году с Макабиады в Израиле. Макабиада – это соревнование, Олимпийские игры для лиц еврейской национальности. Там есть бридж, там есть бильярд, там есть теннис,
там есть пинг-понг, там есть карате и там есть дзюдо. Вы знаете, что есть негры-евреи? Вот негры-евреи приезжают и борются из Африки. Короче говоря, в 93-м году я создал команду, собрал, провел с ней сбор определенный, вот, и мы выступали на Маккабиаде и прилично очень выступили. И все, и после этого дела Бог дал, я 4 Маккабиады возил ребят, и 4 Маккабиады готовил. И на всех 4 Маккабиадах мы приблизительно одинаково выступаем, становясь вторыми и в командах за счете, и в личном за счете за Израилем. В 2000 году Ципурский привез свою команду на товарищескую встречу под дзюдо в США, где в то же время проходил открытый чемпионат Америки под дзюдо среди ветеранов. Я еду не бороться. Я еду просто команду везу, но я еду в Америку. Я, правда, в Америке до этого был несколько раз. По самбо я ездил туда. Судьей был. А я же в команде все-таки в своей еще могу не только показать, но и доказать кое-кому там из своих этих соплеменников. И когда они увидели, что там проходит среди ветеранов, это был, значит, год, наверное, мне было 65 тогда, 66 что ли, лет, в общем. Короче, вот, Илья Лазаревич, да вы их всех как газету порвете. Ну, посмотрите на этих очкариков. Короче, они меня довели до кондиции. Они мне жить не давали. До этого момента Илья Ципурский в качестве борца не выходил на ковер 30 лет. Но азарт спортсмена и характер чемпиона сделали свое дело. Очередной раз в жизни Илья Ципурский принял брошенный ему вызов. Ну, как говорил один восточный мудрец, если за всю жизнь вам придется один раз воспользоваться мячом, то имеет смысл всю жизнь его носить с собой. Вот Илья, это тот человек, который этот мяч носит всю жизнь. Он сам его изготовил, отточил и всегда готов. Могу заверить, что до сегодняшнего дня он находится в великолепной форме. 3 схватки я выигрываю, 2 проигрываю. Но на второй или на третьей схватке я рву мышцу паха. И с этой больной мышцей я, в общем, добарываюсь. Я занимаю официальное 3-е место. И стоят со мной такие... Я мальчик по сравнению с этими амбалами. Мальчик по сравнению с этими. И мне, значит, дают золотую медаль. Ну, они сказали, что просто бронзовые кончились. Но я понял, что им хотелось немножко мне подсластить вот эту пилюлю, что я там, они меня там насиловали и распинали, как хотели. Вот, все-таки уже 65 лет туда-сюда, это 50-летний, это... 3-е место. Золотая медаль. Разорванная мышца паха. Обычный человек из всего случившегося сделал бы очевидный вывод, но Ципурский сделает свой. На такие соревнования нельзя ехать неподготовленным. Через год он выезжает в Ирландию на мировой чемпионат в серии «Мастерс». Я до 90 килограмм уже боролся. Я подогнал немножко, так сказать, физику немножко. Ну, то есть я подготовился чуть-чуть к соревнованиям, чуть-чуть к соревнованиям. Мне повезло, я думаю, что там не очень сильный состав был. Но мне повезло. Там, правда, японцы были, ну, слабенькие, видимо, японцы были. Короче говоря, я там выиграл в личном и выиграл в абсолютке. И там проходят командные соревнования. Командные соревнования – это участник, команда должна иметь 5 участников, не меньше 200 лет в сумме. То есть меньше 40 лет там участники. А у нас приехали ребята там по 35, по 36, по 37 лет, собрались 5 человек, а у них 200 килограмм, то есть 200 лет не набирается. Они приходят, Илья Лазаревич, сенсей, давайте это все, поставили меня последним в команде, то есть когда, если команда выигрывает, можно отказаться от схватки. Ну, 2 схватки отказался, они выиграли, а на 3-й схватке пришлось выигрывать. И тут этот бразилец, в общем, короче говоря, на соплях, я сделал вот одну из тех мельниц, которые с подхватом это все я сделал, он не ожидал этого дела, он упал там где-то на юку на какую-то, все, и эта юка меня спасла, я вышел, в общем, он меня там насиловал, как хотел. Из Ирландии Ципурский увозит 2 золотые медали в личном первенстве и серебро в командном зачете, пополнив тем самым личную копилку наград. Чего же более? Следующий чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов должен был пройти в Японии, колыбели современного дзюдо Кадокани. Пропустить такое событие Илья Ципурский не мог и в 3-й раз выехал на соревнования в 69 лет. Проборолся хорошо, с достоинством, все, в финале... Встретился, как ни странно, я думал, что американец будет, вышел, то есть японец будет, вышел американец, ну, может быть, японцы, там, те, которые выиграли бы, может быть, они бы, ну, тоже, черт возьми, потому что я их всех в основном-то болевыми там
закатывал. И только вот этого американца я бросил. Но в Японии еще один очень интересный момент. Я был в музее дзюдо. Ну, то есть дзюдо это и есть, кадокан это и есть мекка дзюдо, но там есть еще музей. Я зашел в музей, походил, посмотрел, и я увидел, на пьедестале почета стоят 4 человека, а всегда 4 человека на пьедестале почета. Но из них двое в синих костюмах, а двое в белых. Я думаю, что такое? Что такое? Вглядываюсь в фотографии, а это, оказывается, стоит Олег Степанов и Арон Боголюбов. И у них на груди буквы СССР и синие тренировочные костюмы. Те синие тренировочные костюмы, в которых мы тренировались. То есть самбисты выступали под дзюдо, и мои товарищи, сотоварищи по оружию стояли в костюмах синих, бронзовые призеры Олимпиады 64 года в Токио, в Кадокане. Сегодня Илье Лазаревичу 76. Любящий отец и дедушка все так же энергичен и полон идей, которые, без сомнения, он воплотит в жизнь. Сегодня хотелось бы еще что-то сделать, о чем можно было бы рассказать. Ну, например, вот правило для детей сделать так, чтобы они были нормальными по боевому самбо. Провести соревнования по боевому самбо так, чтобы было самому не жалко прожитые годы. Молодежь должна прикасаться к истории. Молодежь должна видеть своих героев, общаться с ними, стремиться стать такими, как они. А я рос тоже на таких героях. И когда есть такие, как Илья Цыпурский, его, ты знаешь, что самбо будет преемственность, что самбо будет чтить. И самбо не потому, что поддержит, а вопреки того, что делает против самбо, самбо будет процветать.